Низкие температуры и в Коме, там минус 45 градусов, и с такими морозами жителям республики придется бороться до 10 января. Об этом сообщили в региональном МЧС. Но кого-то холода совсем не пугают. В одном из городов Коми очевидцы сняли на мобильный телефон видео, как молодые люди катаются по городу на кабриолете в минус 40. Набирает популярность фотография и видео белой машины с открытым верхом. На большой скорости она разъезжает по городу Усинск. В нем сидят двое молодых людей. Правда, к поездке с ветерком они подготовились. Теплые шапки на них и куртки. Здорово, пацаны! Как дела? Погодка как?